Мне главное, чтобы в голову не попали, Костян. Слева, видишь, уже подбегает. У тебя есть аптеки вообще? Да-да-да, есть, я завезу аптеку. Сразу из-за аптеку я ухожу в дым наверх, на гору. Все, Костян, тихо, я сверху прикрою. Триндец. Как он не ногнул сквозь машину? Он, если он что попадет, это тринда, братан. Он сквозь машину попал, мать. Серьезно? Я, короче, сразу убегаю. Бро, тринда, у меня минус хп. Он кидает еще одну. Ну это фиаско, наверное, убьет. Ты видишь мои хп, Костян? Вот я его вижу. Пробуй санчестер вырубить. Ко мне зона подходит, просто не знаю, что делать. Они уезжают? Он не в зоне, он хилится. Костя, я тоже не в зоне, подожди. Хилящий аптекой. А, мне сзади будет, сверху. Что происходит? Будет сверху на горе. Я вижу внутриндец, я просто валяюсь по полю. Я не знаю, что происходит, забей. Ты не в зоне вообще. Чувак, ну это триндец. Ну какой шанс у меня выжить, как думаешь? Мне кажется, А. Ну триндец. Ну все. Чувак, если вдруг я каким-то... Сядь за камень и похилься. Вот у меня нет хилов, все, тринда. Как ты вообще живешь, я не понимаю. Я не знаю, Костя, забей. Надо еще в зону бежать. А почему так мало хп, Костян? Ты не знаешь? Тебя буст хилит нормально. Блин, я не знаю, как я выжил. Но это еще не точно, что я выживу дальше. Кость, знаешь, в чем моя тема, да? Ты какой запушим, ты чё? Я дорожку сделал. Попал. Я дым кинул туда, не знаю зачем. Чё по багам? Я тоже вижу эту коробку, вот. Друзья, добрый день, либо не добрый день. С вами снова я, Руви. И Костя. Это новое видео по игре PlayerUnknown's Battlegrounds. Сегодня будем делать... Точнее, сегодня начнем новую часть сеть роликов. Челленджи. Ну да, сеть челленджей, наверное, можно так назвать. По PlayerUnknown's Battlegrounds. Суть этих челленджей такова. Сегодня мы играем с оружием только русского или СССР происхождения. Какие-то оружия я вам назову, когда выживу. Подождите, у меня тут просто проблемы. А, заебись. Снизу. А, это другой стреляет. Друзья, добрый день, либо не добрый день. С вами снова я, Руви. И Костя. Это новое видео по игре PlayerUnknown's Battlegrounds, и мы открываем новую серию роликов по... Боже, как это назвать? Давай заново, блядь. Костя, у нас же есть машина? Ты же ее не взорвал, да? Слушай, будет, ну это форс-мажор, как бы. А, вон тачка есть, кажется, я вижу. Че, и беги за тачкой, я облутаю его. О, еще кто-то бой. Понял. Если хиляешь. Тринда, чувак, тут двое. О, меня вообще с другой стороны со скрестки. Да ты глянь, как не идет! И тут мне в голову пришла идея начать записывать челлендж, суть которого взять топ-1 с пистолетом. Давайте подойдем к самому краю. Я постараюсь кого-то тут убить. Тринда, пацаны. Вы поняли, да, проблема? Ну шо, прощайте. Я еще говорю не про зону, я еще говорю про людей, которые караулят мост. Я больше чем уверен, что где-то что-то достоит. Наверное, в той стороне, в самом конце... За коробкой что-то может появиться. О, привет! О, привет! Где другого? О, тихо, пацаны. А давайте мы просто убежим. Вот просто разойдемся с этим типом. Я право, ты лево. Придурок. Тринда, мышь, ты глянь. Тихо. Вот это, конечно, файт. Вот это я понимаю, капец. Грену зажал, да? Вот мудила. Сейчас ты... Пацаны. Тут челик. Вы слышали? Вы это слышали? Там были какие-то шаги.
пацаны, я... мне не могло послышаться. Дверь закрыта. И что это было?